Всем здравствуйте! Как всегда, у нас погодка шикарная. Сейчас у нас пол первого дня. Значит, показываю прогнозы по своим перчикам. Смотрите, каждый кустик, у каждого кустика уже пускаются вот такие вот, будут по ходу стручки. Видите? Оказывается, не цветочки будут, а сразу вот перчики растут. Посмотрите, какая красота. Долго мы вместе с вами ждали и наконец-то дождались. Здесь тоже будут. Красота. Конечно, палки внизу. Ну и что? Кстати, где палки, я поотрывала листики, были такие, это, вот, будут новые листики. Так что все, шикардос. Так, стрелочка у нас дальше растет, орхидея. Так и цветочек будет. Это тоже начинает оживать. Вот. Новенькие будут листики. Он так красиво цветет. Так, ну не об этом. Смотрите, что мы варим. Борщ с уткой и со свининой. Кусочки там были свинины у меня небольшие. Вот, вот такой борщик. Рассказываю рецептик. Кто не знает, как варить борщ. Значит, предварительно мы кидаем уточка, у меня была разобранная. Именно для борща. Я оставила там на крылышко. Потом такая вот спинка. Что там еще у нас? Еще какая-то часть. Ну, в общем, вы поняли. Это что-то еще. Вот. Филешка там была. Варим эту утку где-то час. Затем бросаем туда капусту и картошку. Все, это сейчас еще будет вариться полчасика у нас где-то, чтобы все хорошо сварилось. И готовая у нас зажарка. А зажарка у нас вообще огонь. Значит, что у нас в зажарку идет? Буряк. Часть буряка, кстати, пошло сюда. Часть буряка идет сюда в зажарку. Буряк. Морковка, лук и болгарский перец. Болгарского перчика 5 штучек небольших. Специи по вкусу. Соль, естественно. Один лавровый листик я сюда уже положила. И все это шикарно у нас варится. Затем достаем вот эти наши части, разбираем. И потом кидаем эту заправочку нашу. Запах на всю квартиру. Борщик обалденный. Вот видите, немножко собирается такой шум. Мы это все убираем. Вот так. Шум был, понятно, что еще и до этого. Вот. Аромат, конечно, безумно. Это не с курицы, не с говядины. Это именно с уточки. Подается борщ, кто как знает, со сметанкой, кто любит с майонезом, лук, чесночок, у меня есть сало в морозилочке, у меня мало любит салом борщик, хлебушек какой-то возьмем домашний, все, и будет у нас вот такая осенняя, надо уже витаминов подкрепляться, напитываться, потому что куча болячек, я тоже трошки приболела, так что готовьте вместе со мной, а сутки борщ, поверьте, это особенный будет борщ. И немножко свининки туда добавляйте, и будет бомба. Так что всем мирного неба, только мирного неба, здоровья, удачи, всего самого лучшего. Пока!